Вот мы и в Вене. Это Австрия. Сзади меня какая-то церквушка. И я думаю, что здесь много такого будет. Так что погнали, все вам покажем. При поддержке интернет-магазина Tattoo.mall лучшие цены на тату-оборудование с доставкой на дом. Сейчас мы находимся в прекрасном музее Бельведер. Как вы видите, сзади меня гора Каленберг. Кстати, мы находимся на родине замечательных людей. Здесь родился Зигмунд Фрейд, Моцарт, Гитлер. Сейчас мы находимся на площади Шварценбергплац. Здесь очень красиво, спокойно. Фонтан, практически не видно людей. Тишина и спокойствие. Просто не город, а сказка. Даже скучновато, но мне понравилось гулять по улицам. За этот уикенд мы осмотрели город и съездили в Корнойбург за новой татуировкой. Вечером я, как человек из культурной столицы, пошла в оперу, чтобы просвещаться культурной жизнью в Вене. В Вене, в принципе, не очень низкие цены, но на оперу есть очень дешевые билеты. Нам при входе предлагали от 25 евро и выше, но мы, как выличные люди, обошли здание и купили по 3 евро билет. Вот мы и в опере. Понравился спустя 20 минут. И такая херня. Идем, значит. А тут смотрят все просто оперу онлайн. Причем здесь видно в 1000 раз лучше, чем там. И здесь можно шикать, пердеть, что угодно. А там жопу себе шикни. Вот как должны выглядеть аккуратные ямщики. Шляпа, плащак. Такие вот прям жизнерадостные. Не то, что у нас бабы какие-то пропитохи пропитые, сигареты пыхают каждый день. Кстати, хочу сказать пару слов про венское метро. Как вы видите, эти турникеты немного отличаются от наших. Их как бы просто нету. Получается так, что каждый человек может проехать абсолютно бесплатно. Но, если вам не повезет, то вам придется заплатить штраф в 100 евро. А еще одна крутая тема, то что, как вы видите, в метро есть лифт. А здесь офигенно в этом плане, потому что если ты инвалид, либо ты на инвалидной коляске, либо на роликах инвалид, ну всякое может быть, то для тебя есть прекрасный лифт, на котором ты сможешь подняться из метро и опуститься в метро. Просто офигенно. Ну как же побыть в Вене и не попробовать венскую сосиску? Сейчас я этим и займусь. Ну, с пивком, конечно же. Hello. I want Käsekreiner. Yes? It's okay. One. And beer. Сейчас, как там она? Käsekreiner. Она, говорят, самая вкусная. Сейчас проверим, насколько она вкусная и венская. Ну что,
Пришло время для начала без соуса. Вот есть сосиски. Ну, я не любитель сосисок, скажем так. Точнее, я люблю какие-нибудь без всяких особенностей, просто обычные молочные сосиски. А тут вот они прям такие, знаете, попробуй. Diamonds all in my brain, nigga. Go watch go chain, nigga. 100,000 champagne, nigga. Yeah, my money insane, nigga. Yeah, I'm making it rain, nigga. But I was just on a plane, nigga. Buying gear, flying here. Fuck what you heard, it's my time of year. Австрия нас встретила достаточно прохладной погодой, но, как вы видите, я разделась все равно, чтобы вырваться своими татуировками. Оденься, не выебывайся тут. Ну ладно.